Уличный спорт давно стал неотъемлемой частью молодежной культуры. Трюки на самокатах, веломотоэкстрим, воркаут – все это захватывающее зрелище, которое привлекает все больше поклонников. Отборочный этап фестиваля уличного спорта «Кардо» прошел на воркаут и скейт-площадках стадиона «Икар». Победители в каждом из направлений попали в финал регионального отборочного этапа, который пройдет в июне в Нижнем Новгороде на Городроме. Совместно с проектом «Улица спорта» проведет отборочный турнир по таким направлениям, как воркаут, самокат и BMX. Сами соревнования проходят уже не первый раз, но областной отбор второй раз происходит. Праздник уличного спорта начался с соревнований по веломотоэкстриму. Саровчане показали все, на что они способны. А судьи оценили не только технику трюков, но и их красоту и зрелищность. Катаюсь я на BMX уже на протяжении 3 лет. В общем, первый раз я участвовал на таких мероприятиях. Я считаю, что моя попытка, не очень удачная. То есть много всего планировал, но не получилось. За право попадания в финал отборочного этапа боролись и спортсмены на трюковых самокатах. 2 бара через фанбокс. 5 лет я занимаюсь трюковым самокатом. Есть ли у тебя опыт в проведении таких мероприятий? У меня нет опыта в проведении мероприятий, потому что это в первый раз к нам приехали с Нижнего Новгорода ребята. На воркаут-площадке участники выступали в 2 направлениях – общая физическая подготовка и фристайл. Эта часть соревнований оказалась самой долгой, сложности добавила и жара, однако спортсмены выступили достойно и показали высокий уровень своего мастерства. Сообщество людей, которые хотят развиваться и тренироваться на турниках, да и не только. То есть выполнять какие-то упражнения на турнике и брусьях. Будь то это фристайл или же это какие-то динамические упражнения по типу статичных, стандартных подтягиваний и отжиманий. По результатам отборочного турнира судьи выбрали 3 лучших в каждом направлении. Все они получили подарки, а победители представят город на следующем этапе фестиваля, который пройдет 15 июня в Нижнем Новгороде. Позже лучшие в регионе будут представлять Нижегородскую область на гранд-финале в Ставрополе.